Давай! Есть! Превосходно! Давай только без этого. А то эти сами сейчас начнут садиться. Это наша точка. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Проверка завершена, к вылету готовы. Разведчики готовы, сэр. Так, а вот их база поганая. Блин, ну если б не этот... Как ты задолбал садиться, честно? Как ты задолбал садиться? Не садиться, еще раз говорю. Вот просто птуры улетели, 4 птура улетело в никуда из-за того, что этот сел. Зэк поганый. Любит он садиться. Так, минуса. Хватит садиться, опять сейчас все цели потеряешь. Птурсы же не не бесплатные, мать его. Здесь пока сохранимся, потому что мы ничего не потеряли. Прогресс есть прогресс. Лучше его сохранять. По возможности. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Здесь по-любому еще много зениток. Отправляемся в указанный квадрат. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Ну, надейся. Конечно. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Вам нужен ангел-хранитель? Вам нужна лишняя пара. Надо отправляться, сэр. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Выдвигаемся к цели. Конец связи. Ох, вы не маневренные какие, а. 5 раз нажал на один и тот же, на одно и то же место. Все равно не хотят садиться. Не хотят садиться, вернее. Так, это не слишком далеко для того, чтобы они починились, потому что... Они опять не туда улетели. Так, все отлично. Правда, сейчас все высосим. За полсекунды. Это предпоследняя точка Леонид, через которую заказы идут. Сейчас будем лишать Красную армию всего, что у нее есть. И затем лишим Синюю армию всего, что у нее есть. Ну, Красная, конечно, это мы, но Красная, я так говорю, потому что она коммунистическая. Ну, условно говоря. Такс, хватит нам этого. Починиться хватило. А вот насчет ракет не знаю. Скорее всего опять не хватит. А нет, хватит. Может быть. Главное отчиниться. Вот что главное, а там уже... Там уже не важно. Должно хватить. Эй, 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 что здесь такое? О-о-о. А вот этого зря, ребят. Так, поддержка. Поддержка, поддержка. Давайте-ка вот так вот. Чтобы не нервничать. А, здесь сохраняемся. 48. Это как с М48А1. Можно было бы даже так назвать сохранение, но... Оно бы затерялось. Окей. Что, полетели? Вертолеты, в принципе, готовы. Капитан
Не знаю насчет моральной готовности, но технически готовы. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Выдвигаемся к цели. Конец связи. Вылетаем. По-любому в этом лесу полно всего. И всплывет она только тогда, когда начнет стрелять, или тогда, когда я окажусь прям над ними. Так, останавливаемся на секунду, чтобы забрать танки. Возможно, забрать танки. Так, ты только не садись. Жду приказаний. Отбой. Отлично, вот это прокачанный экипаж называется. Выдвигаемся к цели. Конец связи. 100 из 100. Отправляем в указанный квадрат. Вот и все. Вот и каюк. Армии правого берега. Назовем ее условно так. Осталось самое сложное — выцепить точку йота, тогда да. Да садитесь, вы не стесняйтесь. Кто там сзади? Угу. Сейчас будет нас нагибать. Чего вы не хотите садиться? Ну ладно, плевать на вас. Выцепим эти мили. Паника, паника! Нужно проверить хвостовой вид. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Окей. Сохраняемся, естественно. 49, да? А. 49А. Ну что ж, йод. Йод так йод. Йод, твою мать. Выдвигаемся к цели. Конец связи. Так, ну они в свою очередь одну точку оставили. Меня это не колышет особо. Шилка почти ничего не сделала, поэтому дальше. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Харе! Паника, паника. Он сейчас про 28-й не завтыкать. Проверка завершена, крылья готовы. Чтоб на них там никто не напал. Мост, блин, дрянная такая штука. Видите, на них... На нем очень сложно кого-то уничтожить. Так, ну там все в норме, да? Естественно, само собой. Как с этими прекрасными парнями может быть по-другому? Только одно состояние, все в норме. Такс. Проверка завершена, к вылету готовы. В
Сядут они здесь? Вроде должны сесть. Потому что сейчас зарядка для них это очень важно. Они здесь все это время не заряжались. Да, все, сели. Сохраняемся. Все-таки Леопард 2 это более чем опасный противник. Тем более в сочетании с Мардером. Который вооружен птурами и какой-то неведомой херней, стреляющей во все с расстояния в 1,5 километра, блин. В автоматическом режиме. Такс. Кончаем с коммуняками. Отправляемся в указанный квадрат. Чтоб они уже точно не доставали больше. А то я их знаю, будут бегать туда-сюда, захватывать то одно, то другое, да заказывается и снова захватывать. Вижу цель. Разведчики... Тихо, сейчас Ми второй подпалят. Так оно и есть. Промахнулся. Повезло-то как. Вот это залп, вот это красиво. Ой. Захожу на цель. Так, ну все, что у них остается, я так понимаю, это 3Т-80. Но это не угроза. Правильно ведь. Правильно ведь, БРДМ-2 и Т-80. 3Т-80. Бум-бум-бум. Вот и все. Можно и сесть посидеть. Стройный рядок такой получается у них. Замечательный. Отчиниваемся и сейчас попремся напрямую прям. Вот, напрямую вот. У нас, кстати, мини-задача есть. За час сделать миссию. Я именно на нее нацелен, а не на выполнение удержания точки Якова в течение 30 минут, как вы поняли. Иначе попрутся сразу же все туда. Я особо к себе привлекать внимание и растягивать свои войска не хочу. Чтобы не терпеть дополнительные потери. Буду себе спокойно стоять на базе. И буду летать вертолетами. Так, починились. Осталось только зарядиться. По 3 ракетки. Каждому. Еще раз сохранимся после этого. Чтобы 500 раз не ждать. Сами понимаете. Так, сохраняемся. 50... 52А. Погнали!